За образцовое исполнение обязанностей и грамотные и профессиональные действия проявлены при раскрытии особо тяжких преступлений. Руководители сразу трех силовых ведомств региона – Управления МВД, Следственного комитета и наркоконтроля – вручили награды с лучшим своим подчиненным по итогам работы в нынешнем году. Традиция поощрения следователей и оперативных работников в нашем регионе существует много лет, и такие совместные награждения тоже уже стали традиционными. Ведь для эффективной борьбы с преступностью взаимодействие полицейских, специалистов наркоконтроля и следователей имеет первостепенное значение. Благодаря вот такому конструктивному взаимодействию выигрывает, конечно же, прежде всего население, которое мы с вами призваны защищать от различного рода криминальных проявлений. Действительно, взаимодействие у нас стало совершенно на ином уровне. Мы вместе раскрываем не только преступления, связанные с наркотиками, но и тяжкие, особо тяжкие преступления. В частности, последняя серия, которую совершил насильник, была раскрыта с помощью госнаркоконтроля. Всего ценными подарками, премиями и благодарственными письмами были награждены 60 офицеров региональных управлений МВД, Следственного комитета и наркоконтроля за проявленный профессионализм, высокие показатели в работе и образцовое исполнение служебного долга.